каждый день у вас есть выбор – быть жертвой или быть лидером. Быть слабым и безвольным или брать ответственность за свою жизнь. Быть ноющим и ждать милости небес, начальства, правительства или быть активным и создающим. Вы и только вы – творец своей жизни. И тот выбор, который вы делаете сегодня, определит то, где вы будете завтра. Не тот выбор, который вы сделаете завтра, а тот, который вы делаете именно сегодня, сейчас, в эту самую минуту. И те люди, которые берут на себя ответственность за свою жизнь, всегда задают себе вопрос: «Что я должен сделать сегодня, чтобы оказаться там, где я хочу, завтра?» И главный их приоритет при ответе на этот вопрос заключается в известной истине. Сегодня делай то, что другие не хотят, чтобы завтра жить так, как другие не могут. Ваше время пришло. Не ждите момента, чтобы начать жить той жизнью, которую вы хотите. Счастливой, здоровой, богатой, успешной и полной любви. Начните создавать ее прямо сейчас, чтобы жить ею. Не ждите момента, чтобы быть великим, потому что этот момент настал. Если вы хотите улучшить свою жизнь по всем параметрам, то сначала вам нужно улучшить и изменить всего один параметр – себя. Поставьте себе четкие цели и сегодня же сделайте что-то для их достижения. Развивайте в себе срочность и самодисциплину. Сегодня – это тот самый день, когда вы начинаете свой увлекательный путь к созданию такой чудесной жизни, которую только можно себе представить.